за кілька днів, тижнів чи місяців. Більшість українців вірять у перемогу України, однак не швидко. За даними опитування соціологічної групи рейтинга, наприкінці березня 95% опитаних вірять, що ми зможемо відбити напад Росії. Однак більшість з них вірять у перемогу за кілька місяців або ж півроку. Ми вирішили дізнатися у дніпрян, коли та за яких обставин вони прогнозують перемогу Україні. Ну, я считаю, Украина непобедимая страна, она и была всегда, вы же знаете, все времена победит, конечно, это однозначно. Я считаю так, что если Грузия выстояла, если мировое сообщество поддержит, значит, однозначно победа за нами, только так. Ну, я считаю, может месяц, может два. Мы верим в нашу перемогу, это однозначно. Через сколько? Через сколько? Хай бы как найшвидше. Щоб настав мир. А на вашу думку, які мають бути обставини, аби ця перемога була швидше? Швидше? Ну, ми ж потребуємо допомоги. Якщо вся світова спільнота не перестане нам допомагати. Ну, хотілося б 9 мая домой вже вернутися. Мені кажеться, що поки не здохне этот, извините за выражение, нехороший человек Путін, то война будет продолжаться. Поэтому хотелось, нельзя так, конечно, говорить, ну, чтоб он стоп, побыстрее. Я верю в ЗСУ, в наших ребят. Вот, и я считаю, что мы уже на подходе к этому. А реально, если просто сопоставить факты, то, скорее всего, да, еще немножко подождать, и мы победим обязательно. Хочется как можно быстрее. Каждый день говорим на один день ближе к победе. Вы знаете, примерно хотелось бы пораньше, но боюсь, действительно, может и до осени затянуться. Почему так уважают? Ну, потому что там упоротые, им же наплевать на все, на людей, на экономику, им свои хотелки хочется использовать. Поэтому я боюсь, что там здравого разума длинная нет. Длинная армия. Да, длинная. И армия длинная, да. А какие мают быть обставины, чтобы перемога была как найшвидше? Ну, запретите их нефть, их газ, чтобы никто не покупал, чтобы они просто там сами кушали газ, нефть и свои ракеты кушали. Підтримка, ще більша підтримка, якщо б була світового суспільства. Других може було б трохи не вижу. Простіше. Ми не беремося прогнозувати, надіємося на скорую нашу победу. Поэтому ніхто не знає фінальну точку. То, що Україна вже победила, це факт. Вот то, что нам уже Америка помогает с таким количеством оружия, это уже второе дело, как бы. Ну и наши люди у нас очень сильно поменялись. Років 10 на це піде. Чому так багато? Ну, бо ми до Владивостока дойти повинні. Ну, я думаю, що саме скоріше це таки буде кінець року. Які передумови? Це, безумовно, повинна бути воєнна техніка, яка нам прийде на допомогу. Ну і, як сказати українською краще, це знання людей. Місяць-півтора, я так і хочу, і вірю. Ой, нежелательно би завтра, так хочеться домой.